Здравствуйте! Это программа «В порядке». В студии Ярослав Амельчук. Прокуратура города Владивостока провела проверку исполнения земельного законодательства. Выявлено преступление о незаконной добыче водных биоресурсов. Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по факту загрязнения почвы в Октябрьском округе. Прокуратура города Владивостока провела проверку исполнения земельного законодательства. Установлено, что руководитель Государственного архива Приморского края заменил в архивном деле оригинал документа на подделку, позволившую в октябре 2018 года обеспечить переход в частную собственность двух земельных участков. В дальнейшем земельные участки неоднократно перепродавались между родственниками и объединены в один. В связи с приобретением земельного участка у лица, не имевшего права на его отчуждение, прокурор города Владивостока предъявил иск о признании недействительными сделок с недвижимым имуществом и его возвращение в собственность Владивостокского городского округа. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Фактическое исполнение решения суда после его вступления в законную силу находится на контроле в прокуратуре. Прокуратура Хасанского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города Владивостока. Мужчине предъявлено обвинение в том, что в мае 2023 года он с использованием водолазного оборудования осуществил незаконную добычу 20 особей трепанга дальневосточного. Незаконно добытый трепанг был своевременно изъят и возвращен в естественную среду обитания. Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации превысил 27 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено в результате вмешательства прокурора Хасанского района, который выявил привлечение фигуранта по данному факту к административной ответственности. Уголовное дело направлено мировому судье Хасанского района для рассмотрения по существу. В результате надзорного сопровождения прав граждан, пострадавших в результате паводка, в ходе работы мобильных приемных прокурора Приморского края выявлен факт загрязнения нефтепродуктами почвы и водного объекта в районе улицы Октябрьской в селе Покровка. По результатам проверки природоохранной прокуратуры установлено, что в результате нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок произошел разлив мазута. Как следствие, нефтепродуктами загрязнена почва, водный объект и объекты инфраструктуры. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность» и статьи 246 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов». Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре края.